субботник Арбут. Тут уже глубокая осень. И скоро многие карбуты начнут на сезон закрываться. Но этот нет. Этот, скорее всего, даже будет и зимой работать. Но, конечно, если ливень будет, то карбута не будет. Ну а те, которые на футбольных полях, то там уже земля скоро будет становиться мягкой, и их на зиму прекратят. Ну ладно, посмотрим, что сейчас тут есть. Excuse me, sir. Sir. Morning. Morning. How are you? Not bad. Перчатки. Зачем тебе перчатки? Мне не надо ничего. Натянуть себе на пятки, разве что. Ага. Ну, валенок тут не продают, так что. Сестер, Сунбер. Ну что, что-нибудь видишь такое? Ну, там интересно. Приятное. Сунбер. Вот это серебро такое. Не знаю, похоже. Ну что, такое. Серебро, и почем это? Сильвер написано. А цена есть? Аметист. Аметист. Ну вот это передот. Перед, похоже на передот, да. Хорошая, красивая колечка. Что купить здесь? Ну спроси, почем он? Помоги. This one, I've had it checked, it's silver, but there's no mark. Okay. I'll do £6. 6 фунтов. Марок нету. Оно это, говорит, серебро. Ну что, за пятерку попроси? Не знаю, попроси. Спроси. Can you do it for 5? Да. Ну что, ты достанешь? Да. Very nice stone. Ага. Ладно. Ну ладно, что тут еще есть? Что это такое? Сильвер тоже. Но камушки непонятные. Okay, thank you very much. Thank you. А вот, смотри, это что-то индийское. Да, слон, возможно, да, если слон, это Индия. Турнгариз, да. Возможно. И вот этот ятаганчик такой. Да. Но это не серебро, это по серебру. Да? Да. Ну ладно. Ну, красивый, конечно. Но... Что-то накрапывает. О, а как тебе вот это? Это бижутерия, конечно, но... Бижутерия, ну, покажи. Это крупный камушек. Сколько? 4 фунта, о! Не, я лучше... С этот, серебряный спиридотом за 5, чем тот за 4. И что это такое? Ну, прочтешь. Это... Бавария. Неплохая вещь вообще-то. Неплохая. Вот это такие маленькие шкатулочки, хорошие. Угу. Красиво. Трешка за шкатулочку. Бомбоньерка такая. Ну, я хоть расписываю. А, дай посмотрю. По-моему, расписываю. Да, это роспись. Вручную, да? Угу. Ну, ладно. Ну, марочек нет, правда. Марочек нет. Ну, лимош, скорее всего. Лимош. Ну, красивый. Это я уже показывал, папа. Ладно.
Что тут? Ну, это сало. 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 Много сала. Дурне сало без хліба. Сало будет много. Да. А что вот это вот такое здесь? Где? Это вещи все по 2 фунта. Вот этого рыцаря он уже им надоел, я вижу. Это старая вещь, да, уже. О, галстук. Это Мишиковна, да? Ну, да. Так. Неплохие вещички, конечно. Вещички, да, тут все старенькое у него. Да. Да, так что-то интересное. Да. А это что такое? Бусики какие-то. Ну так, всякое. Колье такое. Это всякое всячина. Так, ну вот, что тут на столе? Усякая усячина. Джимми. Джимми Хендрикс. Джимми. Помощь здесь. Эбокситка. Бокситка. Ну, два заинтересованных, да? 6,50. Скорее всего, это Китай. Они сейчас научились много чего такого делать. Желтая книга – это Берцлей. Ну, ты ж видишь, просто о его жизни узнаем. Но оно есть такое, что... По-моему, самого Берцлея тут почти что... Да. Старый. Нет, я знаю, он иллюстрировал что-то, желтую книгу, но... Блин, да, эти книжечки мне не сильно. Да. Тут интересные книги, тут посмотрели. Так, что... Я такое не читаю. Я книжек не читаю, кружки не посещаю. Нет, это не серьезно. Да и это не серьезно, тоже, по-моему. О, это же этого. Ну, Андрюш, это репродукция, да еще тухлая. Эвакамп. Тухлая репродукция. Наверное, Эверкамп классный художник. Я помню, я так гонялся за книжкой Эверкампа, ее везде уже разобрали. Так что это гравюрочка? Это печать старая какая-то, но... Да, это книжная. Подкрашенная, что-то да, непонятное да. Такое. Все. Пошли. По-моему, тут нечего ловить. Сраная структура. Да. Что-то кувалда у меня на плече. Что тут написано? Ориган, Гуино, Гинея какая-то. Гвинея. Ладно, ну, смотри, джойпед. Только, наверное... Работает. Да, откуда я знаю. О! Да, девочка рассмеялась. Посмотри, что это такое. Пингвины на льду. Да. А вот Сансбури карточки. Машинки. О, новогодние фонарики. Красивые. Да, да, это может фейковые. Да, не знаю, может хорошие. И у нас уже фонарики старенькие. Старенькие, но очень хорошие. Да, половина желтых не работает, ага. Ну и пусть. Куклы эти всякие. Да. А вот это Сэндмен из Спайдермена. Ну это, по-моему, жуть какая-то. Что это у него на спине за кнопка? А, это... Ну да. Да нет, это так, борцы этой WWE. Ну что тут? Я ничего стоящего не вижу. Да не. Это
Медвежонок в форме этого бифитера. Оу. Часики какие. Монеты вон, смотри. Может, монеты. Может, наводил. Колечки, не знаю. Ну что? Часы интересные. Часы действительно интересные. Они старые. Он, конечно, за них возьмет. Ну, спроси. Ангел купил, ангел. Excuse me. How much is the clock? How much is the clock? 250. 250. It's the key, works, everything. Он сказал 450. Нет, но... Key, working, everything. That's 250, yeah? It's French. Французский, 250, pop. Give me one pound, thank you. Вот смотри, как тебе, пап, как тебе бычок, но это не железо, не знаю. Да. Да, из вазы сделанные. Нет, это так специально уже. Ладно. It's 200, it's last price. It's okay, thank you. Черепашки. Да не. Бронза. Я бы разбитая напополам уже. А. Бронза, да. Да я боюсь, чтобы это спелтер не оказался. Но... Я вон оно стертое, я там беленькое что-то вижу, я боюсь, чтобы это сплав не был. А. Медальончик какой-то с самолетиком. Медальонов много. Браслетики какие-то. Ну. Вот это что это за 50 франков. Франков. О, классная модель. Ладно. Ладно, пошли. Так, сейчас. Подожди, подожди, еще посмотрю. Что еще едут? Да, часы мне очень понравились. Это да. Посмотрел, пошли дальше. 250 фунтов. 250 фунтов мы такое покупать не можем. О, бильярд маленький. А, нет, это не бильярд, это пул. Это... Ну пусть пулы останутся. Да. Рюмки, 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 сколько рюмок. Нет, рюмки. Все тоже. Все тоже. Hello. Hi. А вот, пап, обрати внимание. Смотри, вот эта штука для ножей в форме человечка. Это классно. У него ножи вот так вот. Ужасно. Да. Роботик из Звездных войн этот. Машина он хорошая. Машина, упс, я не знаю, что это за машина. Ну, коллекционная, да. Стекол нет. Skylanders. Персонажи. Да. На радиоуправлении он это. Техника. А. Ну что? Мягкая матрешка, пап, смотри. Мягкая матрешка. А это что? Это взрывные мины написано. Ничего себе. Да. Вот что тут, видишь? А, тут вон что. Это что такое? Положи. Положи. Клади взад, как... Это у Зощенко. А, мягкая матрешка. Что это за нож? Да нет, не-не-не, это современная. Тут какой-то художник, папа. Книжечка, хочешь глянуть? Или тебе это уже не сейчас, надо? Сейчас. Роспись какая-то дешевая. Зайчик примаха. Нет, зай страшный, страшный. Да. Черепашка. Вроде бы я не знаю из чего она. Пластик, бокситка, бокситка. Ладно, будешь смотреть вот это. Как бы тут не уронить. Эй. Осторожно. Что это такое? Художник какой-то. Здесь, по-моему, разный. Сборняк, да. Разборняк. Тут и вот трека я видел, да, и ГГН. То есть, да. Ага. Печати хорошие. Музей какой-то, что ли. Да. Много интересных кандинских. Да.
много интересных тех работ, которые я не видел. Все из частных коллекций. Да, все частные коллекции, да. Немножко скульптуры. Да, это так. Хороший альбом, но... Спасибо, не надо. Уже. У нас альбомы уже из ушей лезут, как говорится. Фотографии какие-то сомнительные. Нет, это закладка. А я уже подумал, что порезали книгу. Ну ладно, давай я положу. Это надо действительно осторожно. Так, это Андрюша печать, да? Да. Какая-то Фрида Кало. Альбом еще один. Ну ладно, ну его. О! Ладно. Спасибо, постою. Ну и что это тут за металлолом? Металлолом. Лампадка какая-то. Что это? Ай, тут не порезаться, главное. Мельница какая-то. Не работает. А вон, смотри, какие фигурки. Что вот это такое? Китайская. Современная. Это что, везучие боги? Это... Нет, их 8 тут, правда, это не то. Их тех 7. Не знаю, что-то другое. Значит, что-то другое. Ну что тут? С играми не сильно. Slayers. Slayers. Ладно. Ну чего ты тут видишь? Аж ничего. Упс, sorry. Куклы, собачки. Все-таки да. Да, что-то непонятное такое. Ладно, дальше. Ладно. Это, да я уже снимал это много раз. Он собачка мне нравится. Ну и что? Чего-то. Всякая всячина. Корова. Все-таки. Стилизованная очень. А, красиво, красиво. Медь, серебро. Медь, латунь. Серебро и. Латунь. Угу. Брас. О, кстати, папа, а как тебе вот эта статуэтка? Он не понял, японская что-то. Это бокситка. Бокситка. Ну ладно. Пап, смотри. Пушечка. Да. Ну и. Что ты тут надыбал? Неплохая вещь. А что за камень? Трудно сказать, затрудняюсь. Печати не видно, секунду. Не, не видно. Не знаю. Ну, изысканная вещица. Изысканная. Но она нам сейчас сильно надо. Ну, спроси его, так, на всякий случай. Спроси, сколько? Mm-hmm. Excuse me, how much is this? Sell it with the two for 25. 25 вместе с той брошь. The brooch. Okay, well. Okay, I see. So okay. Mm-hmm. Okay. А в брошке еще, в брошке иглы нет, иглы нету. Игла сломалась. Покажи камень, камень покажи. Камень, я даже не знаю, что это за камень. Похоже вообще на стекло. Да? Ну ладно. И 25 за две с выломанной иголкой. Ну спасибо. Очень добро.
что-то там интересное. Это фунты, пап, это их, это его мелочь. Это его сдача. Ну что? Это серебряный. Серебряный, ты думаешь? Эмаль. Похоже на... Или цветочки там действительно? Эмаль. Печати нет, пожалуйста, секундочку. Ну, красивый медальон. Что-то тут облазит вот здесь, не знаю. The silver, the silver. Okay. How much? That's 7 pounds. 7 фунтов. Silver. Серебро. Но нету ни этого, ни печати, ничего. Ну, посмотри, посмотри. Посмотри. Сумочка такая. Хорошая сумочка. Да, это... Только что с ней делать, я не знаю. Я не знаю. А как тебе вот эта морковка? Снежная буря с морковками. Да. Это на Новый год как раз. Лучше снимать. Да. Бабушка. Как тебе? Мне это нравится. Не то, не все. Рамочка. Что это написано? Халтура. Это, да. А вон чуть-чуть бижутерии. Мне вот это понравилось. О. Она там прикреплена. Ящерка. Ящерка. Вот это интересно, серебро. Да? Да, но этой бабушке дорого, ты говорил, да? Да, да. Очень дорого. Ложки серебряные сюда. Да? Нет. Я боюсь, что это ИПНС. Летучая мышь. Смотри. Ничего не интересно, синтариум был вкусный. Вот это твой вкус за 350 фунтов. Да. Хорошая цена. Ну-ну. Ну вот. Что-то китайское. Что-то. Hello. Not bad. Ты уже обратил внимание на это. Посмотрим. Так, марок нет. Ну, марок старая, нету. Старая вещь. Эти каждую по 5 фунтов. Вот эти штуки по 5 фунтов они. Или 15 за все. Но спасибо, не надо. Вот эта статуэтка была 5 фунтов. Хорошо. А. Ладно. Тарелки неплохие. Неплохие. Вот тут что-то непонятное. Пояс какой-то. Ты убери его. Это на стекле. На стороны. Стекле. С той стороны. Так красиво, в принципе. Что это такое? Расписанная вазочка. А, чипочки, да, отбитки. Бинокль старый. Очень старый. Не, не нужен. И мне не нужен. Я собираю. Я не собираю. Как это, бабочка? Это Оникс или что? Бабушка хорошая. Спросить how much? Сейчас загнет. Да, да, это окей. That's okay. That's all right. But if I do 10 pounds, will you take it? No. It's a nice figure. It's all wrong. Ну что, спросить за бабочку? Ама... Oh. Ну ладно, тогда не надо. Yeah. How much was it? Шесть фунтов. Шесть фунтов, пап, за бабочку. Окей.
this can be. Oh, yeah. You know, because it's so much damage, if you can repair. We can't. No, that's all right. Она тебе предлагала ее отдать, но... Нам даже предлагали подарить вот эту баночку, вот эту, но мы там такой ущерб, что мы это отремонтировать не можем. Окей, thank you. И все уже под дождиком намокло. Уже все намокло. Да, уже неинтересно. Вот так вот. А эти под дождиком играют. Футбол. Пока ключи. Да. Слушай, он сейчас намокнет. Он не намокнет у меня. How much for this one? That's £5 for the car. Ну, вот люди. Ну ладно. You think you're funny man, isn't it? You think you funny man, you know funny. You know funny. Yeah. Only your wife think you funny. Yeah. I know think you funny. You got one more? What? Maybe. Humor is subjective. Of course it is. О, инструменты. Ну что, папа? Интересный рюмки. Thank you very much. Я думаю, уже поздняя рюмочка. Ну ладно, может, ну их. А я вон как умудряюсь под дождем снимать еще что-то. Интересно. Муран, да. Ну пусть. Пусть интересный он еще. Хендрикс. Ну ладно, они тут все уже полиэтиленом залепили. Ну конечно, дождь идет. Так что тут пролил дождь на ихний парад, как тут говорят. В общем, испортили парад. Вот такое английское выражение. Никакого парада нету, к счастью. О, Мерлин Монро. Да. Да. Мерлинка. Ладно. Ну что, пошли, наверное, уже, потому что тут как-то... Тут уже не базарный день. Домой. Нравятся вазочки. Quality, допустим, хорошая, но. Anyone here? Yeah, how much are the vases? Pardon? How much are the vases? Those, I'll do them £3 each. 3 фунта каждая. Ну что? Ну, £3 each. Ну что, давай тогда за 8 попросим все. Да. Ага. Окей. Они хоть все битого нету, проверь, папа. Это ты будешь проверять сейчас. Вот такой дождливый карбут сегодня. Я удивляюсь вообще, как мы что-то сегодня купили. Ну ладно, с вами был Андрюха Обыватель. Увидимся в следующий раз.